Всем привет! Сегодня у нас 12 мая. Я официально начал сезон. Вот перцы. Вот это второгодка. Вот это я даже не знаю, что это за сорт. Сорт неизвестный. Острый, но... как говорится, перепутали заказ. Так что вот это, да, прошлогоднее в году высаживал 7-Pod шоколадный. Смотрите, какой здоровый куст. Даже встать с ним на уровне. Да, сегодня ростом 1,71 м. Да. Вот. Ветка одна отсохла. Видите, как. Хоть и пролил, воды вообще нету, почти не бежит. Да, цветет, это тоже хуже еще. Пока отойдет, силу наберет, сейчас будет, как говорится, вянуть. По идее, может, не будет. Но остальные пока неизвестно. Тут даже есть Каролина Рипер. Я думаю, это тринидадский скорпион. Тринидад Маруга скорпион. Но оказалось, это у нас Каролинчик. Таван Бред Херт. Шоколадный. Или, блин, я уже ничего не помню. 7-Pod. А, 7-Pod Bubblegum красный. Но тоже какой-то хиленький, ну что, 2 года. Извини, на 2-й год я уже сюда пережил зиму. Дома они росли. Кроме вот этого. Это у нас, по-моему, персик или оранжевый. Походу оранжевая, да, худжоуки. Единственный пышный куст, но можно, да, всю листву скинуть. Да, земля сухая. Копал тут. Где сажал, там заново перекопал. Посадил как-то так. Перцев все равно мало. Теплица гигантская, это можно даже сказать. Для дома вполне неплохой размер. 38, ну, может, 37 квадратных метров. Короче, 4,40 на 8,5. Да, закрыл спанбондом, чтобы ни один лучик света. Вот здесь зараза может и попасть. Далее. Вот тут иду тоже форточка. Там вот все закрыто. Там не попадет. А так, блин, нахрен сожжет чертям. Махом вообще. Там тоже нормально. Все закрыто. Вот. Нескольких щелей. Тут уже можно не закрывать вот это место. Тут как бы солнце уже не столь жесткое. Так что вот такие дела. Сезон уже в разгаре. Главное, чтобы сильно холодно по ночам не было. Вот такие заморозки вроде прошли. Но тем не менее. Да. Посмотрим, сколько в этом году даст этот куст. И он уже должен быть вообще гигантским. До потолка-то точно вырастет. Ну еще уберешь до самого конька можно дойти. 3 метра. Да, ну так 1,70 м. Перец. Суперход. Охренеть. Даже вот так вот у него обломилась ветка большая.
засох. Нормально все. Зашибись. Это как бы почернило. Да, ствол мощнейший. Вот. Мой палец большой. И ствол толстенный. Очень толстый. Ставьте лайки, подписывайтесь. Скоро будем остатки высаживать. И перцы попрут. В июле месяце, блин. 2 месяца ждать, ёшкин кот. Так что всем пока, братья перцеводы.